ведущий. Это адрес, на который вы можете присылать свои письма и пожелания. Наши веселые радиоволны гуляют почти по всей планете. Степи, города, горы, пустыни и села. И не надо спрашивать у меня про языковые барьеры, задавая вопросы типа «Do you speak English?» или «Speech the Dutch?». Это все не важно, ведь мы говорим на самом главном человеческом языке, на языке любви. А то, что касается межпланетных языков... В город невозможно было проникнуть, как вы, наверное, слышали. Некоторые смельчаки все же проникли в самую сердцевину, прямо под кораблем. С тех пор и пошли эти легенды. Нужно сделать 3 ритуала, и тогда корабль дарил людям самое... Первое, нужно было пустить кровь. Кровью должен был пропитаться... Но кровь — это легко, самые интересные вещи происходили далее. Затем нужно было пропитать орудие ритуала специальной энергией. И финальное испытание. Это самое сложное испытание. Вы должны пожертвовать самым дорогим, что у вас есть. Слухи, легенда.